Приветствую всех. Решил сделать обзор таблицы Паракальк версия 5.4. Подготовил некоторые кошельки из блокчейна, вставляю их. Переходим на вкладку Report, нажимаем обновить. Загружаются данные. Так. Теперь мы видим, я подготовил кошельки, которые становились в холд ежемесячно 1 числа. Вот только два кошелька не смог найти. У всех этих кошельков 1-миллионная структура. То есть 1 миллион это достаточно легко сделать себе эту структуру, если вставить кошелек, один кошелек в месяц в свою же структуру. То есть нужно откупить с биржи 1,9 миллионов монет на протяжении 1,5 лет. То есть примерно каждый месяц, если по текущему курсу, то вот $330-350 в месяц нужно откупать монеты на бирже. Давайте перейдем сразу к новому функционалу. Вот, например, кошелек, который находится на 525 дне, который вот был самый первый, который был поставлен в hold status. У него сейчас красная зона, то есть сейчас добавился новый столбец, где пишется красная зона и сколько дней осталось до красной зоны. То есть у этого кошелька видим, что через 3 дня будет красная зона и написана дата и даже время. То есть время, возможно, будет небольшая погрешность, 1 час, 2 часа, но я думаю, это не существенно. Потом мы видим, как обычно, баланс, суточная добыча и добавилась месячная добыча этого кошелька. То есть мы видим, сколько в монетах добудет этот кошелек с учетом ежедневной эмиссии. Средней ежедневной эмиссии. То есть эту эмиссию вы должны прописать сами. Сейчас вот стоит миллион, можно поставить, допустим, 700 тысяч. И нажимаем кнопку обновить. Вот было 4000 там с чем-то, сейчас видим уже 5000. То есть если в системе будет мало добываться в этом месяце, то вы, соответственно, больше получите монет. Также идет подсчет сразу в валюте. Эту валюту вы можете сменить вот в этом поле. И получается процент месячный, который добудет этот кошелек. Этот процент меняется, то есть в зависимости от периода, в котором вы находитесь. Вот, например, кошелек, который был поставлен 1 ноября, hold status сейчас 10-й день у него, и он за месяц добудет всего лишь 0,45% от своего активного баланса. Потом видим вот следующий кошелек, который был еще 1 октября поставлен, то есть у него 40 дней, у него уже 0,58 добывается. И мы так видим, что чем дальше, с каждым месяцем ежемесячный процент начинает увеличиваться в геометрической прогрессии. И вот, например, вот сейчас на 467 день, когда вот месяц до красной зоны осталось, он добывает почти 20% в месяц. Это стоит сказать, что для всех кошельков, которые имеют 1-миллионную структуру, эту структуру достаточно легко сделать, если откупить себе вот такой баланс. Можно своими же монетами сделать себе такую структуру. И получается, вот в этом поле подсчитывается также процент месячный, который добывает все монеты ваши одновременно. И сумма монет. То есть мы видим то, что ежемесячно в данном варианте добывается 110 тысяч монет. То есть один кошелек новый у вас добывается ежемесячно. Что делать с этими монетами, решать как бы вам. То есть можно вот этот кошелек, например, который уже в красной зоне,
вот этот парамайнинг продать, и можно сказать, имейте доход в 345 долларов ежемесячно. Если же вас текущий курс монеты не устраивает, и вы хотите продавать его по дороже цене, вы можете разбить этот кошелек и поставить его также в hold статус. В принципе, по новому функционалу это все. Если будут вопросы, обращайтесь. А еще хотел добавить. Таких людей, которые могут себе откупить вот столько монет, может быть в системе всего лишь 1286. То есть, понятное дело, что не все могут себе позволить столько откупить, но те, кто могут, их на самом деле не так уж и много может быть. То есть, как видим, вот общий парамайнинг у этих кошельков сейчас 1700. То есть, можно сказать, 6,5 тысяч долларов нужно, чтобы откупить себе такое количество монет и иметь стабильный доход в 300, 350, 330 долларов ежемесячно. В принципе, это все, что я хотел показать. Скачать эту таблицу можно на сайте tech.prism.vip. Не забывайте при первом запуске таблицы разрешить редактирование таблицы и включить работу макросов. Если будут вопросы, обращайтесь.